такие двери в новых. В плацкартных вагонах вот так это все выглядит. Это не супермаркет, это российские железные дороги. Потом дверь открывается автоматически. Туалет вот это откидывается и можно что-то положить. Вот такой шланг для смытия воды. Как он работает, сейчас мы посмотрим. О, отлично. Кому-то даже очень понравится. А это уже вторая туалетная комната, так ее назовем. И самое интересное здесь и чудное для летней поездки, это здесь вот такой душ. Представляете? Все продумано. Единственное, я понимаю, это очень много надо воды. Здесь, в принципе, то же самое. Тоже шланг вот такой. Ну, естественно, биотуалет. Вот такие сейчас у нас плацкарты, друзья мои. Ну, что-то хоть продвигается в нашей тяжелой жизни. За что мы платим деньги во время наших длительных поездок. И еще, друзья, один момент. Вот здесь такие наклейки. Это для плохо видящих людей. Рукой они прислонили и прочитали, что где находится. Ну и вот, что я вам хочу сказать. Тут интересный момент заключается вот в чем. Если смотреть сверху, вот, то не видно. Но если мы направим камеру вот так, видим кран. Вот этот кран для подачи мыла, моющего средства для рук. А вот это у нас выглядит вот так, фотоэлемент. Так что сразу не разберешься. Ну, вообще мы находимся в поезде. 9 направление Чита-Москва. В принципе, все устраивает. Чисто порядок.